Гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, Дэн, Флайн, Гусанёк и Тучка. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Я не видел в Ютубе, чтобы кто-то снимал, как работают соники, сколько у них жизни и какие у них есть умения. У нас сегодня на обзоре будет Sonic EX и Sonic Shin. Будем мочить зомби, проверять, как они разрушают дома, запускать в них ракеты и даже кинем ядерную бомбу. Посмотрим, кто из них самый мощный. Если ведь кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор крутых соников. Погнали. Ну, Соник, сколько у этого соника жизней? У него 43 миллиона. Мне кажется, это вообще нереальный какой-то монстр, и как его замочить. Сейчас я покажу, как он вообще управляется, когда мы записываем ролик, как мы в него вселяемся. Ого, я большой. А ну давайте проверим, быстро я бегаю. Я карту через 5 секунд могу пробежать. А ну я задамажу зомби, если буду бежать? Нет. Нет. Он еще разгоняется долго, так как будто я по льду фигачу. Дрифт от Соника. Давайте сначала проверю на вас, как он дамажит. Ой. Ого, я что, четверых сразу замочил? Но у меня от него где-то 10 тысяч точно хп. А ну на правую кнопку мыши. Ой, я даже зомби зацепил. О, а если я дуну на зомби, вот так вот сдалека буду кричать, а ну-ка. Ого. Я всех убил? Да. Всех убил. Да ладно, вот это он мощный. Ребята, сейчас и Тучка вселится в Соника и тоже покажет, как он работает. Сейчас я еще посмотрю, как он дома ломает. Ломает дом? О, одна крыша осталась. Блин, да я такой здоровый, ничего не вижу просто. Дом, ломайся. А видите, вот такие здания он ломать не может. Максимум на них орать может. Сейчас мы поставим еще зомби и посмотрим, как он замочит. И хочу со стороны посмотреть на эту тему. Смотрите, какой он гигантский. Просто великан. Ну дай подойду к тебе. Хочу посмотреть, а буду хоть больше размера твоего низинца вонючего. Вот это у тебя ноги, они воняют у тебя? Ты вообще ноги моешь или нет? А ну, Гусонек, а ну укуси его за палец. Ты можешь его задамажить? Нельзя кусать. А, ты не можешь его замочить? Не. Ну, было бы нелогично, если бы ты его убил таким маленьким соником. А ну-ка, давай, на Арина зо... Не, давай на левую кнопку мыши. А потом на правую. Да ш... Ого. Что? Ого. Ты одним ударом... Хорошо, а ну-ка. Давайте я поставлю здание. У нас есть вот такое вот здание, самое любимое, которое вы обожаете. Смотрите. А ну-ка, топотни ногой. Да что ты, псих что ли ненормальный? Ого! Конечно. О, давай сделаем красоту. А ну-ка, давай вот эту штуку лупани. Ребята, обязательно досмотрите до конца, потому что в конце будут очень мощные взрывы. И мы сделаем так, что они будут друг с другом воевать. Нифига себе, смотри, как он откинул. А как ты так сделал? Они равномерно просто летят. Блин, ну прикольно, прикольно. Хорошо. Сейчас мы поставим здание покрепче и посмотрим, сможет он его замочить или нет. А ну вот это вот. Проверяем. Ой. Ой. Я могу вас кусать. А, получается, ты поломал деревья все в хате, а само здание нет. Походу, да. О, пацаны, берите машины и садитесь в них. Давайте будем ездить, и в это время он будет на нас орать. Машины сдуются ветром или нет? Вот это, кстати, интересно посмотреть. Возьму джип. Он тяжелый, проверим. О, все, садись ко мне. Так, а ну давай сдалека. Кричи на меня. Вот я на белом джипе. А, ничего не происходит. А ну ближе. Так, ничего. Даже колеса не пробились от крика. Не, нифига. Я могу вас ручкой ударить, хотите? А ну еще раз, давай в притирку. Ой. Ого, это ты рукой лупанул? Это рукой. Нормально ты лупишь рукой. Рукастый мужик, сразу видно. Я ногти, кстати, подстриг, прикинь. Так, теперь мы проверяем, сможешь ли ты криком взорвать бомбу. Только бомба будет не мощная. Вот такая вот. А ну-ка. Что, даже не активируется? А ну, если я активирую. А на что этот крик влияет? Он, получается, только NPC мочит, да? Обычных игроков он не может замочить никак. Так может, ну, да. Или нет? А, не, да, получается, он обычных игроков может и NPC, а на пробы и на предметы оно не работает почему-то. А ну-ка, ударь лапой. Активировалась бомба? Ого! Вот, да. Ты как раз как взрыв вот этот получается. Да. Нифига себе, даже не видно. Че там, жизни отнялись у тебя, нормально? Да нет, вроде. Ничего не чувствую. А, ну вот эту вот взорви бомбу. А, надо валить быстрее, отлетать. Я вроде и лечу быстро, но так как Соник большой, кажется, что я медленно отлетаю. Ух ты, даже меня зацепило. Нормально? Пойдет? Да, да. Так, а теперь встань вот, вот так вот и стой ровно. Я буду сейчас в тебя запускать ракету, потому что все любят, когда я запускаю ракеты.
Вот так вот. Кидай свою ракету. Да не сытый, сейчас ты все равно загоришься. Да. Смотрим. Красиво. Не чувствую. Блин, вот это оно ярко фигачит. Я неправильно запустил, надо прямо в тебя. Вот сейчас я смогу тебя задамажить на самом деле. То я не так все сделал. Нифига себе, там туман сойдешь. Так, мы сейчас делаем, что я буду прям сдалека пускать. Так, так и стой. Хорошо, вроде бы. Вот так вот чуть левее. Во. Все, погнало. Смотрим. Ребята, не забываем прямо сейчас ставить лайкосик и подписываться. Вам очень просто поставить лайк, а мне очень классно будет сделать вам прикольные ролики. Больше лайков, больше настроения. Давайте. Если хотите еще Соников, давайте 2000 лайков, и мы пилим еще много роликов про Соников. Прям складно получилось. А ты танцуешь, да, типа? Да. Я смеюсь над вами. Он злорадствует. Так, что мы этому Сонику еще можем предложить? Ладно, давай сейчас ты взорвешь самую мощную бомбу, и мы начинаем обзор на второго Соника. Ну, давай царь-бомбу обыкновенную. Ребята, убегайте. Отлетаемся. Проверим, сможет ли он 43 миллиона жизней отнять эта бомбочка несчастная. Походу нет. Убила. Замочила? Да. Нет. Да, вот, вот смотри, я его могу... Нет, так ты живой. Убила самого тебя, а Соник живой. Следующий Соник у нас... Яйкс. Сколько у тебя жизни? 25 или 250 тысяч. Правильно посчитал. Очень разница вообще. Это, в принципе, плюс-минус каких-то 225 тысяч. Вообще ни о чем. Так, давай посмотрим, как ты будешь зомбакам отрывать головы. Видите, когда мы тестим зомби, пацаны все стоят вдалеке, боятся идти, потому что он всем головы отрывает. А что, хэдкраб живой остается? Да. А, он не отрывает головы. А смотрите, если я сейчас поставлю NPC обыкновенного, он им головы отрывает на самом деле. Вот, смотри. Вот, а ну, давай чики отрыви. Видите? Нет головы. А зомби не отрывает головы. Очень странно. Так, ты еще можешь ставить невидимым, да? Да. Так. Сколько времени действует невидимость? Наверное, секунд 30. Так, а я тебя не вижу. О, вот я тебя вижу. Через фонарик тебя я видно. Могу... Это очень хорошо. Могу... Я без шифта бегаю прям очень быстро. Это класс. А ты можешь с невидимки убить зомби? Или меня? Не-не-не. А, было бы, конечно, читерски, если бы ты, конечно, убивал с невидимки. Это было бы очень нечестно. Но я бы хотел такого Соника. Ух ты. Ручной Соник. А чё ты тут, Итучка, боишься? Конечно, нет. А где твой плащ пропал? Пропадают твои шмотки. Эй, а у тебя появляются. Это как работает, пацаны, вы что там наделали? Эй, отвали, отвали. Эй. О, пацаны, я знаю, сделать так, чтобы он нас не убил. Забегайте все в толпу зомби, и он когда будет нажимать дамаг, он будет зомби мочить. Слышь ты, щенок, да давай, давай, давай. Замочи меня. Щенок голивый. Да ладно, 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 смог, бейте его. Слышь, ну прикольный Соник. Я так и не понял, сколько у тебя жизни, 25 тысяч или 250, ну да ладно. Да 250. Попробуй поломать здание, мне интересно. Нет, хотя, наверное, не получится, так как ты не можешь ударять без причины, только когда рядом игрок. А, вот так разве? Кстати, ты когда так прыгаешь, ты дамажишь, но в этот раз что-то не получилось. А доски гнутся. Такое ощущение, что вот-вот он их, да, поломает, но не может. Не, не может. Не могу, ой, не может. Ребята, настроение просто отличнейшее. За это надо убить Итучку. Нет. Беги, беги, Итучка! Блин, что ты вот это говорил мне? Так, и получается, ты не можешь и бомбы взорвать? О, давай мы сделаем так, я сейчас поставлю бомбу, активирую ее, и ты попытаешься ее прыжком взорвать. Как тебе давай. Такая идея? Давай, чтобы ты не промахнулся. Точно попал. Так, отлетаем. Сейчас у него зарядится оно? Не, нет. Нифига. Только если толкать. А, ну если я встану прямо возле бочки, в это время ты меня задамажишь. Ну давай, через бочку. Через бочку, на расстоянии. Вот как ты можешь ломать. Да. Только там зомби и здание все, конечно, разрушилось. Ну ничего страшного. Тяф-тяф-тяф-тяф, нормально все. Сейчас мы сделаем очень классный интересный тест, который многие интересовались. Ну я тоже. Сможет ли Соник пройти через портал? Пацаны, пишите в комментариях, и вы сделайте ставки. Пацаны, смогут или нет? Нет. Думаю, да. Давай, я сейчас поставлю вообще его вот здесь вот. А ну-ка, Соник, в зеленый портал попробуй зайти. Не боишься? Давай, давай, иди.
Что? Смог? Пошел. Да что? Ого. Да ладно, это что за нечестность? А ты теперь не можешь зайти. А как он тут появится? Он туда не сможет зайти уже? Я до конца думал, он не сможет. Я тоже был уверен на 100%. Это был вообще, такой, знаете, тест для прикола. Да ладно, да ладно. А ты сможешь зайти в тот теперь портал? Наверное, уже нет. Нет, тяжело, потому что надо прям поймать этот хитбокс. Смотри, мы можем поставить вот здесь портал, да? И поставить аж вот там на краю карты. А ну-ка, давай, ты пэхнись туда. Что? А что это сейчас было? Это какая-то анимация странная, Эй! Ха-ха, прикольно, кстати. А ну, давай я отличу, это ты пэхнись через портал. Проверю, будет анимация какая-то? Ну-ка, ребята. Я могу теперь дома сделать портал, потому что я знаю, как он устроен, понимаете? Шутка. А, я не могу зайти на полячий. Ну, не на полячий, но на польный этот кабан не могу зайти. Полячий. О, а если мы сделаем... О, мы сейчас сделаем прикол, так? Итак, а ну давай, иди. Ого. Капец. А ну зайди, зайди, зайди. Ну-ка, смотрим. А, ты уже не можешь зайти? Ого! Все ждали момента, когда сейчас два Соника будут между собой воевать. Бусонечек, ты готов? Да, мне кажется, он меня сразу вынесет. Ну, давай проверим, потому что я думаю, что... Ой, мы так думали из-за портала, что он не сможет телепортироваться через него. Как такой кабан максимум зуб пролезет. Вот наш Соник, который готов показать, что он еще не списан с щитов. И он такой же конченый, как и его управляющий. Ладно, ладно, шучу. Иди, удачные кадры. Ну и что, давайте битву. Готов, Гусанек? Да. 3, 2, 1. Погнали. Опа. Это что было? Куси, куси его. Ого, ты орешь, аж блюр появляется. Я убил управляющего? Да ладно. А что, серьезно? А ты говорил, что он не может. Но своего Соника ты замочить не можешь, да? А ну-ка, очки. На тебе. На тебе. Ты убил... Да ладно, реально, ты убиваешь управляющиков? Получается, я убиваю только владельца, а самого NPC я не убиваю. Ну, все-таки, наверное, вот этот большевик, этот большой рот сильнее. Ну, давай мы сделаем равные силы! Опа, малюсенький. Ну вот, я, это твой братишка. Ну все, я опять убил владельца, и все. Опа. Я теперь бегаю медленно и прыгать не могу. Эй, иди сюда. Эй, отвали от меня! Я вспомнил, мне надо купить хлеба. Беги, девка, беги! Я буду спасать! Слышь ты, чурбек! Блин, ну прикольно. Ребята, напишите в комментариях, какой больше всех вам Соник понравился. Я знаю правильный ответ. Шин Соник, молодцы. Я тоже так думаю. Но этот Соник может ставать невидимым. У него очень классная анимация. И даже, смотрите, он стоит на месте, он в это время может головой вращать. Такое, да, себе достижение? Головой вращать может, молодец. Ой. Я знал же, Гусанёк, что ты любишь мочить всех. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Последний, там бомбочка прилетела к вам, да? Нет. Да. Эй, ты что, психопат, что ли? Эй! Да. Ух ты. Эх, краш, это краш, ты же смотришь.